привязывались сюда, но сейчас я вижу, что корпус реально новый, и чувствую, что это реально хорошо сделано. И выступление, кстати, лучше, чем в Смоленске. Призер прошлого года, скажи, что важно для того, чтобы стать призером Олимпиады? Мне кажется, важно, в общем, гитарная эрудиция, потому что на это очень много заданий, и это очень помогает при эссе и проектах, поэтому это самое важное, мне кажется. Пока эмоции переполняют, я еще не осознал этого. Действительно, порядок объявлений меняется, мы сидим просто в недоумении, но, конечно, это очень приятно, потому что неизвестно, что будет с тобой, и вот ты на Олимпе, это очень приятно. Конечно, это концентрация, изменение формата, это привнесло некоторую сумятицу в наш график. Конечно, мы вынуждены были подстраиваться, но все равно это очень приятно. В команде Москвы у нас вообще было постоянно, никто не обращает внимания на класс, общие мероприятия. Конечно. Общие. Мы все время общаемся между собой, знаем друг друга. Это было в этом году, мне кажется, сложнее, чем в прошлом году, но это было интереснее намного. Задания были сложнее, но выполнять их было более увлекательно. Мы познакомились с огромным количеством людей просто вот со всей России, из Красноярска, из Алтая, из регионов, которые недалеко от Краснодарского края. Мы все очень подружились, и мне будет очень грустно со всеми расставаться, потому что, прежде всего, Олимпиада – это возможность найти огромное количество новых друзей и единомышленников. Наверное, запомнился больше всего проект, поскольку это очень такое массивное, сложное задание, требует кропотливой работы. Вот. Проект был достаточно интересным, необычным. Очень понравилась поездка в Пермь, в принципе, Пермь – прекрасный город. Очень понравилась поездка в Кунгурскую пещеру, очень запомнилось. Единственное, было, конечно, холодно, но это необходимые издержки, которые мы принесли. Но сама поездка очень запоминается, просто потрясающее место. Это, наверное, то место в России, которое действительно стоит посетить. Поэтому очень довольна, что был такой шанс при проведении Олимпиады поехать еще и посмотреть Кунгурскую пещеру.